Кабы я была царица, молвит утренняя жрица. Я из хейтеров одна наткала бы полотна. Только вымолвить успела. Вдруг калитка заскрипела. Ой, блин! Чья-то харя прилетела. В гороховом пальте, с соплей на бороде, с хризантемою в руке. И в светлицу входит царь. Царь трапезничать желает! Это сон какой-то! Что касается про зубы. Купите себе лошадь обязательно, потому что если вы так любите рассматривать чужие зубы, скорее всего, вам вот такой вариант подойдет, ну, оптимально. Я как-то так это не комплексую, я даже могу это вынести на всеобщее обозрение, мне по барабану. Чего вы так? Просто зачем я буду улыбаться во весь свой беззубый рот? Зачем? Если я уважаю людей, которые меня смотрят. Во всяком случае, зачем я буду так делать? Подумают, ой, муж, наверное, деньги не дает, это самое, зубки сделать не может. Да не в деньгах дело. Причина совершенно в другом. Но не переживайте. Вот зубки все повыпадают у меня, я ставлю новые челюсти и буду щеголять ими. Вы еще будете мне завидовать, проказницы. А на завтрак у меня сегодня запеканка, которая произведена именно на сковородочке. Для духовки жарковато. А на сковородочке, конечно, она получается не такой, как хотелось бы в духовочке, чтобы сырочек запекся. Ну, знаете, да, все такие дела, вся ботва. Но тут, в принципе, у меня картошечка, кабачки, помидорка, фаршик и сырочек сверху, огурчики, сыр тревожный с хлебушком. Ну, в общем-то, вот так вот и все. Ну что, всем приятного. Главное, укусить беззубым ртом. И, конечно, нужно укусить так, чтобы это было менее заметно. Она еще горячая-горячая. Я боюсь. Я ее подогревала. Я боюсь, что я обожгусь. И волосы у меня седые. Окулист по тебе плачет. У меня волосы крашеные, сожженные, но никак не седые. Это насколько нужно быть злым человеком, негативным, насколько у человека должно быть все плохо в жизни, чтобы все как из пулемета выпалить. И главное, я ем еду, которую молодые женщины не едят. Офигеть! А что едят молодые женщины? Нет, ну реально, вот на сковородочке даже очень-очень неплохо. Там у меня не майонез, сметанки немножко. Я вчера сделала такую большую сковородку, 28 сантиметров. Ну что, мои дорогие друзья, а вам всем я желаю позитива, хорошего настроения. И пока-пока. Спасибо, что были со мной и смотрели меня.